Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Юра. Давненько не было видео. Как вы думаете, это не распаковка новой техники, это мой старый ноутбук Ирбис. Я его покупал в 2017 году. Вам моя дочь привет передает, тут слышите, наверное, ее. Так, вот такой Ирбис NB48. На обратной стороне мы тут что видим? Тут экран 14 дюймов. NNT, обычная матрица у него. Камера 0,3 мегапикселя, Wi-Fi, масса почти 1,5 килограмма, питание 10 тысяч ампер. Ну что, процессор 4-ядерный, Atom, 2 гига оперативной памяти, 32 встроенный, поддержка флешек до 32 гигабайт. Вот так, два порта USB. Давайте мы его скроем. Он у меня после ремонта, я его только сегодня забрал с мастерской, упаковал. Так, показать вам коробочку, коробочка все сохранилась. И расскажу, что же с ним случилось, с моим простеньким ноутбуком. Для начала хочу сказать то, что мне вот в ДНС выносил. Мне в ДНС не отремонтировали, сказали, 4000 плати. У меня на него погорела клавиатура. Кнопка питания не включалась. Ее замкнуло, как мастер сказал. Он мне заменил, новую поставил. Давайте посмотрим, что тут у нас есть. Вот даже вот ноутбук остался, старые вот эти гарантийные талоны, руководство пользователя, зарядка. Давайте сейчас все достану, уберу, чтобы нам ничего не мешало. И посмотрим, включится он или нет. Я его еще не включал. Посмотрим. Вот так вот. Зажимаю кнопку питания. И он загорелся. Раньше что как было? Он в один прекрасный момент даже просто не включался. Оставлял розетку, появлялся индикатор питания розетки, и он отключался. Я отнес его в ДНС. В ДНС мне сказали то, что надо менять клавиатуру. Будет стоить 4000 рублей. Я подумал, что нахер это надо 4000 отдавать. Сам этот ноутбук попал в 2017 году. За 10 тысяч рублей мы его брал в кредит. Давайте сейчас с вами подключим нашу любимую мышку проводную. Паш, тачпач, панель. Ну, такая хорошая тачпач, но, блин, тачпач. Короче, сенсор тут херовый, так скажем. Обычно лучше пользоваться мышкой. Мой пароль, прям при вас захожу, что тут все знаете, ничего не скрывает вас. Тут он, как бы, все заработало. Даже батарейка осталась на 38%. Что у нас по памяти? Этот компьютер я покупал не для игр, для YouTube. Чтобы заходить в YouTube, монтировать небольшие ролики. Так вот. Он очень так, он быстро загружается, но немного тупит. Вот память у него вообще 900 мегабайт осталось. Надо чистить память. Надо смотреть в интернете, как что с ним работать. Походу винда требует обновления, и память чего засирает быстро. Так, что же могу сказать. Данный ноутбук меня, в принципе, устраивает, но так просто для печатной работы. Я, может, думаю, со временем купить себе другой ноутбук. А в плане игр меня устраивает PlayStation. Ну вот, ребят, я загрузился мой компьютер вот на YouTube. Это, как обычно, захожу вот в аналитику, смотрю, что тут можно сделать, подправить, подкорректировать. У меня не было ноутбука, пришлось все делать с телефоном, чтобы добавлять подписку. Давайте зайдем вот в аналитику, посмотрим, что у нас тут по каналу. Я на моем канале денег не зарабатываю, дохода нет. Поэтому все вам показываю, рассказываю. Допустим, аудитория. Просмотр-то хороший, ребятки. Как мы видим, вот меня смотрят из России, Украины, Казахстана, даже Беларусь. Спасибо, ребята. Конечно, мне этот расстройство, вот эта цифра, как видите, 97% смотрят меня без подписки. Ребята, ну хоть подпишитесь, ну давайте хотя бы до 80 сократим этот пробел. Слишком большая разница, 2%, но у меня все равно прежде какой 2% смотрит, ну 97, ну без субтитров меня смотрит 97%, и субтитры им 3%. К
Что еще у меня смотрят? Женщины смотрят 13%. Ну, вот, видимо, моя жена тоже выкладывала видео, ее смотрели мужчины. И возраст. Такой интересный возраст. Такой небольшой обзор моего YouTube-канала. Как видите, интересно все. Ну, насчет браузера тоже он долго что-то все грузит. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, что вы думаете про этот ноутбук. Я знаю, что это вообще детская машинка печатная. Но для таких вот задач в интернете, в работе, сгодится. Если вам понравилось видео, то, конечно, подпишитесь на канал. Ну и поставьте лайк, напишите комментарий. С вами был Юра. Всем спасибо за просмотр и всем пока.